Итак, хардкор Абис ССФ специально для теста. Тестирую персонажа. Это рейдерша, я только что прошел первую лабу 10 минут назад. Ну, соответственно, вкачал Way of Poacher, это на получение зарядов. То есть всегда будут заряды. Хотя они у меня и сейчас с АСБ это. Вот у меня 4 линка Бараш, 4 линка Торнадо Шот. Я почему решил этим билдом стартовать? Ну, во-первых, мне очень нравится этот герой, а во-вторых, я протестил на SSF и очень хорошо зашло. Потому я решил на ХК сейчас протестить. Вот, собственно говоря, зачистка. Вкратце сейчас кое-что покажу. 22 шанс крита, 22,2, 204% мультиплеер. Ну, ДПС 526, это без зарядов ярости. Основное тут, конечно, это айсбайт и... ну, айсбайт, то есть это, в принципе, это основной камень. Ну и плюс этот колд и много снарядов. 4 дополнительных снаряда, это торнадо шут в 4 линки. Про бейдж я не буду говорить, у него очень много связок существует. У меня, например, Faster Attack, Added Cold и Physical to Lightning. Ну, это не самая лучшая, на самом деле, связка. Но, тем не менее, это и так очень много урона дает с Бериджа. То есть, он очень много урона в соло-цель наносит. Беридж нужен обязательно. С торнадо шота такого не будет. Ну, вы, наверное, видели, в принципе, все, кто играет лучниками в топе ладера, например, они, в принципе, все используют Беридж для урона в соло-цель. Некоторые только не используют, если они тупо фармят, если им там срать на соло цель. Вот. То есть айсбайт это имба, это в принципе, не знаю, самое главное, что надо получить на 31 уровне. Вот как-то так. Еще что скажу, у меня лук такой не самый лучший, то есть еще многое зависит от везения, как шмот выпадет, дропнется, потому тут есть такой элемент везения. Может быть, когда следующая лига, как она там называется, бестиарий стартанет. Может, у меня шестилинка выпадет. То есть, откуда я могу знать? Зависит еще от шмота, который выпал. Потому что, конечно, многие скажут, что это плохой стартовый билд. Но мне он очень сам по себе нравится. Я не хочу играть, не знаю, каким-нибудь сандером, он у меня отвращение вызывает. А это, то есть, видите, достаточно эффективно и сам по себе билд мне нравится. Ну, плюс он себя очень хорошо показывает. И урон соло цель тут есть, на самом деле. Правда, дополнительный линк нужен для бейджа. Но урон в соло цель тут есть, все равно. Если кто-то скажет, что нет, то это неправда. Просто надо использовать бэридж, а не бить торнадо шотом в соло цель. Еще можно использовать Blood Rage для получения заряда ярости в начале. Но это такое. Это у меня, кстати, с алхимки. Я из белого лука сделал вот такой. Такой тотем обязательно. Вот тебе и нет урона в соло цель, да? Все стрелами от баража понатыкано.
Очень-очень огромный урон бараш дает. Очень огромный в соло-цель. Даже буквально там с двумя камнями поддержки. У меня с тремя, ну буквально даже с двумя, да. То есть он уже много урона даст. На первых уровнях даже без камней поддержки. Он очень сильно дамажит. Очень крутой скилл. Ну, скорость атаки, наверное, самый главный камень поддержки на бараш. Ну, доступен с начала игры. И, ну, то есть, я имею в виду из тех камней, что можно сразу установить. Извиняюсь. Скорость атаки. Ну, я еще ссылочку на профиль выложу. На самом деле есть разные варианты прокачки. Опять же, это зависит от шмота. То есть, когда я до этого тестил на софте, я по-другому прокачивался. Ну вот, вот прокачка. На самом деле прокачки разные существуют. Я не буду говорить, что это прям идеальное, но они разные существуют. Вот мне на самом деле это нравится. Вот у меня ХП можно подкачать, вот ХП. То есть разные существуют. Не говорю, что это какая-то правильная, самая идеальная. Что тут дадут колбу, наконец-то? Мне бы на броню колбу, но у меня нет. Пусть будет на evasion. И тут очко умений. Вообще, что я порекомендую очень быстро прокачать, это вот эту King of the Hill. Ты при крите отталкиваешь врагов, очень круто. Это прям типа, прямо с первых. И второе, что я очень порекомендую, это пирсинг взять. Потому что пирсинг, он невероятную фигню делает этому скиллу. У меня тут пирс есть на колчане, на колчане. Но сам по себе колчан слабый, то есть, ну и... Он всего лишь один пирс дает по одной цели. А тут пирс сразу две дополнительные цели. То есть очень важно вот это прокачать. Я прям... ХП у меня вроде хватает. Я прям сразу вот сюда пойду. Ну и плюс я откачу. У меня рефьюнды есть. Если что, я что-то могу откатить. Чтобы быстрее вот отсюда дойти. Вот. Кстати, изначально я вот это прокачивал, но я вот это откатил, так что, да, потому что будет еще что-то откатить, чтобы быстрее до сюда, то есть вот это имба, пирсинг шот и King of the Hill. А так, конечно, можно в топе ладдера посмотреть, те, кто играет через торнадо шот, в принципе, очень похожие прокачки, у всех будут, в принципе, похожие. Потом надо будет вот сюда еще прийти. И плюс гнездо для джевелов, а то у меня ни одного нет. Ну, по что у меня и джевелов нет. Потому я и гнезда не брал особо. Вот. Гнезда подкачать. Ну и вот куда-то вот сюда наверх пойти. То есть, опять же говорю, это как стартовый билд я буду использовать. Может быть рисково, но мои испытания показывают полевые, что это работает. Это работает. Так что как-то так.